Всем привет, с вами Шутник, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3. Итак, в прошлом выпуске мы познакомились с неким баком, в руках которого находится наш друг Кит. И он согласился нам его отдать, при условии, что мы принесем ему некую реликвию в виде ножа и информацию об этом артефакте, точнее сказать, о местоположении этого артефакта, мы нашли на судне Ностальгия, которое пошло на дно. Вот, и теперь у нас задача встретиться с этим баком, но прежде я бы хотел зачистить вот этот аванпост, потом открыть вышечку в этом районе, ну и вот уже потом мы направимся на встречу. Есть что-нибудь? Ничего нету? Че, есть смысл по-тихому вот это дело? Так, там есть животные. Ой, блин, как он меня увидел-то? Офигеть, все, короче, по-тихому уже не получится. Как они меня увидели? Это жесть просто. Теперь бот, у нас очень много противников здесь. Не знаю, у меня их хп-то нету. А, у меня был один. Отлично. У меня патронов на них на всех не хватит. Хватит снайперов. Тоже снайпер. Ну ладно, всех завалим. Так, бежит. Как я по нему попал, интересно. Ой, блин, еще на джипе. Дай чтоб тебя. Не, скорее всего, это крышка. Скорее всего, это фиаско. Неаккуратно, я подбежал, как обычно. Дай. Так. Хотя, может, шансы есть. Мы можем взять этот... Блин, нельзя пулемет взять, меня снимут моментально. Ой, тоже они стреляют, так еще хуже меня. Ну что, в принципе, у нас шансы есть, я думаю. Так, где снайпер? Они потеряли их. Они, по идее, потеряли нас из виду. Как я по ним не попал? Мне интересно. Угу. Отлично. Но патроны, главное, не убиваются. А, у меня что, не патронов нет? Или есть? Последний. Так, ой, там еще компания бежит. Ай-яй. Надо автомат. Дай. Безбашенные эти, блин. Ой, блин, подбежал я к нам в упор. Да, тяжелый путь я выбрал по зачистке. Зашибись. Этого аванпоста, все завалось. Я бегу!
Бери. Так, как это плохо. Давай, иди сюда. Вот он заныкался. А что, это последний противник? Не попал, да? Можешь нормально стоять, чувак? Так я здесь хожу, только пошел-то. А что за мудак, а? А что с ним происходит? Жесть просто опять. Дальше бить, все у него. Как мне теперь маску? А, вот все, маску сбил. А, я и даже убил его. Да, это последний был. Ну так, честно говоря, я думал, мне крышка была. Да, получили всего 500 опыта, ну ладно, ничего страшного. Зато вышку освободили. Надо сейчас закупиться будет. Ну, подать все лишнее на этой вышке. О, точнее, на этом аванпосту. Новое задание, псы войны. Новые здания открылись. Окей. Так, все тут уже всюду люди ракета. Точнее, ракет. Кто тут крут? Я! Какое животное здесь? А, вот, медведь. Тихо, Мишка, я понял. Давайте все лишнее подадим. Так, отлично. Что нам надо сделать? Нам надо закупиться патронами. На ХП. А, у меня еще и браслета не было. Офигеть. Давайте на оставшиеся деньги купим лекарства. Так-то можно, конечно, листочки пособирать. Неохота. Все, у нас денег нет. Так, вот вышка рядом есть. Ну, рядом относительно. Нам ее необходимо зачистить. Тут было прекрасно. Аванпост наш. Хочешь еще помочь? Посмотри на точку объявлений. Блин. А, может, бочку заденем? Заденем, бочка взорвется. Так, еще опять куда дорога-то уходит. Тихо. А что такое было? Блин, тут вообще есть дорога какая-нибудь, или я так, не еду на обум. А тут так явно ничего нет. А, тоже ничего нет. Ну-ка, на скорости. Получится забраться? О, нормально. Как говорится, русские дороги называют то место, где не собираются проехать, да? Вот мы это и делаем. Так, вышка справа. Ну все, я где-то недалеко уже от нее. Нормально. Ничего страшного, главное доехать. Ты под такую музычку. Так, все, грузовик не тянет. Так, добежим. Тем более, мы уже рядом.
Так, а что у нас по очкам навыкам там на хп? Увеличить можно что-нибудь? А, миссии у меня недоступны. Ну ладно. Так, сейчас быстренько заберемся. Где? Ай-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо. Ладно, хоть не с большой высоты упали. Молодцы, разработчики заморочились. Не сделали однообразно, да, это, ну, как вот забираться на вышки. А, ну, в целом, да, способы, да, один и тот же, но все равно отличаются они. Да, в принципе, здорово. Хоть не так сильно того устаешь. Надо немножко головой подумать. Как забраться? Ну все, почти на самом верху. Так. Так, все, ушка включена. Что про арену? Угу. Мы даже еще и нижнюю часть открыли, ничего себе. Я думал, только эту центральную откроем. Боевой пес. Так, делаем наше быстрое перемещение. Так, а что за компьютер? Карта памяти. Так, рука Элен полон секретов. Карты памяти потеряны накадильцами. Потерянные военные письма. Так, ну ладно, письма мы видели. Ага, реликвия, спрятанная ракет. Окей. Особые вещи. Ну, и что с этой карта памяти? Что нам дает? Есть какая-нибудь информация по ней? Так, крокодил, данные, предоставляемые нашим русским контактам, по-прежнему имеют сомнительную ценность. Описано производство вещества, обеспечивающего быстрый и дешевый кайф, но наносящий огромный вред здоровью. Наркоманам, подсевшим на крокодил, нередко приходится ампутировать конечности, так как наркотик разъедает кости и кожные покровы. Рынок сбыта исключительно Восточная Европа из-за очень неприятных побочных эффектов. Офигеть. Вот, наркотик, крокодил. Так, ну все, мы закупились, вроде всем. Так, берем машину и едем на встречу с баком. Хотя можно посмотреть, что за там за пес. Ну, задание. Боевой пес. Или это очередной отстрел этих животных? Или убить какого-нибудь типа по прозвищу боевой пес. Так, это были ракеты. Как еще туда добраться? Ну-ка, тихо-тихо, блин. Я хотел забраться, чтобы посмотреть. Вот сюда заехать. Так, ну окей, по берегу поедем. О, классно. Мы просто шикарно по бездорожью передвигаемся. А, тут бандиты? Или нет?
Нет. Какое-то задание есть. Так, ну этого... Ты вроде стрелять умеешь. Давайте посмотрим, что за задание. Люблю деньги. А, вслебать пистолета. Давайте посмотрим. Уничтожили волны противников, используя полученное оружие. А, нужно этих птиц убить. Да, где они? Вот такое себе. А, короче, блин, офигеть. Это... Помните, раньше была такая на Денге игра, типа утки вылетают, или там тарелки вылетали. И нужно было их отстреливать, и все таки пистолеты были, помню. На приставке. Специально можно было среди пистолетов стрелять. Офигенно, блин, это прикольно. Конечно, посложнее, но смысл тот же самый. Офигенно. Это очень классно. Ну, видимо, навык, полученный в детстве, в эту игру. Да это себе знать. Блин, прикольно. Ну, видите, просто. Изи. Сейчас бы посложнее, по идее. Так. Ай-яй-яй, вот это я почти упустил. Есть зарядка? Так. Офигеть. Ну я не красавчик ли, а? Скажите мне. Ладно, окей, посмотрели, что-то такое есть. Деньги заработали. Кстати, 200 баксов. Неплохо, можно денежки тут поднимать. Штука прикольная, мне понравилась. Я оценил, спасибо. Действительно, это прикольно. Эй, ты! Туда! Так, что это за задание? У тебя пушка! Умеешь пользоваться? А что, тут кто-то не умеет? Я думаю, ты нам поможешь? А, собаки нам убить, ну говорю же. Собаки совсем одичали. Ходят стаями. Одна из них как-то странно себя ведет. Ага, так какая-то сильная. Слушай, несколько лет назад мой пес заразился бешенством. Он тогда всех кусал, ломал зубы, пускал пену, лаял, как сумасшедший. Думаешь, есть пес с бешенством? Да, я ее видел вчера. Мой пес выглядел так же. Скажи, где искать? Спасибо, но ты осторожней. Она вожак стаи. Другие собаки к ней не суются, но ее стая всегда рядом. Окей, понятно, убить вожака стаи, диких собак. Посмотрим. Так, ладно, хп у нас есть, бронежилет есть. Все, отсюда вижу этих собак. Там слон или что такое? А, там машина, блин. Мне показалось, это слон. Офигеть просто. Так, все, собак вижу. Ах ты! Подколол со спины, блин. Нету больше. Чем мы так спокойно убиваем? Они нас не реагируют на нас, что ли? О, мы сейчас шкуру-то наберем, да? Да, автомат неплохо дамажит. Да, и тоже опять. А, снайперку взять. Отлично. Че, не убили? Нет, убили. Ага, вон это здоровое, или нет? Да, судя по всему. Куда побежал-то? А, все, готов. О, красава. Ну, блин, мимо. Кстати, их тут очень много было. Так, а теперь занимаемся чем? Занимаемся тем, что снимаем шкуру. Шкура динго. Так.
можно больше нужно собрать. Ну, кстати, еще снимал, да, по две шкуры, а не по одной. Ай. Их, скорее всего, просто на продажу. Чего добро пропадать, правильно? Лучше они нам принесут позже. Где денежек? Усилий там ничего, нельзя нам больше за счет шкуры динго. Плохо, что на карте не отображаются вот эти все убитые животные. Так, где еще? Ну ладно, хватит. Так, где этот главный? Вот он. А я думал, наконец, шкура особого динго будет. Ну ладно. А что, нам нужно вернуться теперь назад, да? Сказать, типа, что все хорошо. Задание выполнено. Интересно, вот этого чувака типа собаки убили? Который только что лежал рядом. Потому как это же не моя машина. Я ж подъехал к самому зданию. Вот здесь. А что будет, если это чувака сбить на машине? Возможно это? Интересно. Так, все. Я разобрался с проблемой. Спасибо. Убивать собак никто не любит. Но тут уж или они, или мы. Они тебя не укусили? Нет, но если увидишь пену изо рта, сразу убей меня. Пойду куплю ружье. До смешного. Пойду я уже. А, серьезно? Пока. Воспринял. Шутку. Так, готово, боевой пес. 500 баксов. Нормально. Ну, а теперь отправляемся с Баком поговорить. Так, по берегу поедем. Отлично. Хороший вездеход, судя по всему, если он по берегу так здорово идет. Ой-ой-ой, тихо. Ага, все. Добрался я до этого места. Чуть не сбил еще этого товарища. Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему Джейсон, не сказал? Джейсон. Не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет. Сначала преподам тебе урок истории. Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра. Включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. Угу, окей, понятно. Я убью этого ублюдка. Так, войти в бункер, кем это сделали? Ага, всюду китайские иероглифы. Ну, логично. Здесь все сильно разрушено. Если китайцы это сделали. Что, надо хотел сорвать это место? А, наверх. А, змеи, где? Так, одну вижу.
хочу даже двигаться, пока еще это шипение. Все, ладно. А как тут место крысы водятся, если тут змеи? Змеи же, по идее, питаются мышами и им подобными. Где-то слышу шипение. Угу. Так, можно туда припрыгнуть? Ангара подводных лодок, окей, а там что еще было? Ай, что типа не узнаю, да? Что там было? Птичка. Что-то еще было где-то? Где? А, и вот вниз и был путь, да? Окей, ладно. А, нет, тут не пройти, то есть надо по-любому через верх. Денежки заберем. Так. Сюда деньги раскиданы. Да, действительно, сильно разрушено здание. Под водой. Или нет? Че, я залез сюда упал? А, вот она, да, путь? Угу, бандюганы. Здесь люди васа? Что, просто всех перестрелять? Так, что у нас там по поводу навыка убивать типа с этого, с выступа? Это вот здесь, да? Давайте тогда будем открывать все-таки навыки. Угу. Так, подбитесь к врагу. Окей, понятно. Давайте попробуем. Наш новый навык. Классно. Тихо. Че, ты ж меня не увидел? Увидел-то увидел, но не полностью. Какой он труп увидел? А не мог его увидеть. Труп в воде плавает. Найди того, кто это сделал. Как они увидели-то его? А, там еще чувак. А, все, меня увидели. Окей. Тихо. Блин. Там этот... с отеля Молотова? Чувак. Так, а что мне сделать? Ну, тихо, спеши, окей. Да блин. А, в голову попали ему. Ничего себе, повезло мне. Сейчас, в данном случае. А, вот он наверху. Тоже коктейль молотого кидает. Подожгли его. Он упадет сам или нет? Живой еще? Ну, что себе, он горит и живой? Все, уже нет.
Так, рюкзак полон. А можно вообще создание предметов? Так. Угу, стрелы огненные с помощью коктейля молотова делаются. Это с помощью гранат разрывные. Кстати, тоже прикольная штука. Может быть, попробовать потом побегать с этим. Ну, с луком. Так, ладно. Блин, а что можно потратить? Медицинские препараты. Блин, нельзя ничего делать, ладно. Это что еще было? Это старый корабль здоровенный. Прикольно. Фига, блин, вот корабли эти вот выглядят просто шикарно. Не знаю, впечатляет меня это очень сильно. Большие старинные корабли. Да и вообще корабли, не только старинные. Своей масштабностью. Все, вперед. Угу. Вот с пещера. Так. Ай, блин. Может, по-тихому можно было? Может быть, но мы это не узнаем. Офигеть. Давайте хп. Ах ты, блин, что такое-то? Гранатами кидаются, достали. Вот этот гад, что ли? Или не он кидался? Так, берем снайперку. А, не попал, плохо. Так. Они попали? Отлично. Ну хотя бы деньги будем с них собирать. А, что-то давать? Окей. Взорвали мы. Пулемет, кстати, ничего себе. Блин. Последствия не по кому. В общем, мы себе путь сделали. Какие-то животные тут. Ага, обезьяны. Мне кажется, нам нужно его убить, потому что шкура, скорее всего, понадобится для чего-то. А, нельзя мне. Так, макака. Макак полно на Рук-Айленде. Они могут доставить массу неприятностей, но специалисты из СРУ доказали, что дрессированные макаки становятся отличными бойцами и классными специалистами. Вот как можно было одержать победу в войне с Вьетнамом. Не знаете как? Спросите у Дональда Рамсфельда. С помощью обезьян выиграли войну. Так, значит, это с инвентарем сделать. У нас очень много шкуры этих собак. А куда обезьяна делась? А, вот она. Прости, обезьянка. Ничего личного. Змей. Еще.
все вроде. Так, можно вниз. Офигеть! О, жесть! Ой, не могу. Все, у меня просто душа в пятки ушла. Ой. Просто офигеть. Крокодилы в ответе за большинство смертей, связанных с местной фауной. Главным образом из-за обряда совершеннолетнего, во время которого молодые люди должны палкой ударить крокодила по морде. Не могу не вспомнить ночи с моей бывшей женой. Ой, что-то он не очень лестно отзывается о своей жене, скажем так. Так, где крокодил? Блин, надо что-то выкинуть опять. Офигеть, реально он испугал меня. Просто жесть. Да где он уже, блин? Ах ты, рептилоид, а. Да, это было, конечно, не очень неожиданно. Надо теперь, короче, всегда опасаться вот подобной гадости. Фига себе, я сейчас думал, может, змея какая-то напрыгнула на нас. Подводное, что-нибудь такое. Просто крокодил был. Зачем они так делают, а? Хотят перепугать. Так, Джейсон, сыграем в Индии. Сейчас нажму печать. Ага. Работало. Так. Что, появились какие-то гадости? Нет? Ползучие. А куда вот этот ведет путь? Блин, ну-ка. Тихо. Это веревка есть, если еще обратно выберемся. Посмотрим, что там есть такое. Какой-то цветок, да, находится? Ну ладно, честно. Или может какой-нибудь редкий цветок? Может, надо, давайте что-нибудь выкинем. У нас полный рюкзак забит различной кожей. Давайте посмотрим, вдруг какой-нибудь цветок редкий. Где? А, вакама, голубой лист. Нет, это обычный лист. Можно его выкинуть. Я тебя боюсь крокодила. Точнее сказать, опасаюсь их присутствия. Войдите в храм, чтобы найти сокровищницу. Да. Сейчас надо все обходить. Это по заданию, ну, по сюжету у нас так. То есть это не мой кисер. Что ничего страшного. Мне нужен тот уступ. Два ключа. Легко. Понятно, небольшая головоломка. Я теперь боюсь всякой гадости, что она меня выпрыгнет. Ничего нельзя использовать. Типа разрушить надо, да? Угу. Теперь мы выберемся за счет пребывания воды. На тот уступ. Или нет? Прибывает вода или нет? Или мне этого хватит? Нет. А, сейчас это самое, то же самое сделать.
А чё, я не могу выбраться? А, вот надо зайти. Сейчас всё будет! Так. Ух ты. Сюрприз. Ничего, нас так просто не убить. Вот и все. Все, мы в сокровищнице. Еще типа тут тот самый меч находится, что ли? А, точнее сказать, ножик. Клинок. Не знаю, как его еще назвать. Походу. Ну-ка. Нет, тут что-то другое. Давайте посмотрим. Это то, что я ищу. Черт. Что, типа час компаса? Так, ты набежать отсюда. Сейчас все будет рушиться, наверное. Нет? Нет, значит торопиться не будем. Так, найдите выход до того, как все обвалится. Ну да. Компас. Часть компаса это была. Я угадал. А как? А, в ту сторону. Так, мягко и тихо. Ага. Опять как гадость она выпрыгнет стопудово. Как ты меня находишь? Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож, доволен? Не-не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Обиделся, типа, да? Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Сейчас это новое местоположение укажет, наверное. Это что за чудеса? А, это, в общем, вторая часть была компаса. Это ищет предвкушение. До встречи, Джесс. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Нет, друг. Знаю, куда идешь. Так, ну окей. Снова поговорить с Баком нужно. Так. Это недалеко. Так, ну окей. Значит, нашли мы недостающую часть компаса. Где-то еще какую-то дали. Ну, плохо. А, я не в ту сторону пошел, кстати. Так, что нам лучше сделать сейчас? Давайте доберемся, возьмем задание. Но вполне таки уже будем его в следующем выпуске. Сейчас хотя бы добраться до туда. Никакой машины, ничего у нас нету. Опа-на. Медведи походу рядом. Так, дорога есть. Ага, и машина есть. Все. Отлично. Хорошо, что тут в разных местах автомобили стоят. Бандиганы за нами увязались. С автоматами или нет? Интересно. А, они не поехали дальше. Типа там не их территория, да? Тихо. Ну, я его видел, в принципе.
чуть не столкнулись с ним. Так, куча алмазов. А у меня все на инвентарь полон. Не будем пока трогать. Так, ну вроде я как на месте. Поговорил с Баком. Так, что у нас получается? Давайте возьмем задание. Я бы хотел, конечно, отправиться. Продать бы весь хлам. Ай-яй. Ну ладно, лестница повезла. Пока не буду эти ящики открывать, потому что у меня инвентарь полон. Типа какая-то огромная добывающая шахта или что-то такое. Ага, нам сейчас туда нужно будет. Давайте для начала задание возьмем. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Чё, типа, знаешь, где находится нож? Не волнуйся. Взять кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хэ? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Хэ был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Хэ... О, чертов Джен Хэ! Нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровища? Сокровища. Неизвестно, где они. Не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и пошки. Весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Окей, понятно. Короче, нам нужно было отправиться в шахту. Посмотрите, шахты. Найдите третью часть компаса. Ага, еще одна часть компаса. Офигеть, блин. Сколько этих частей этого компаса. Ладно, друзья, давайте мы продолжим с вами в следующем выпуске. У меня на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.